мотоциклы Харли Дэвидсон продает девушка. Еще одно место силы, ребята. Вот он самый главный лоб в Казани. Бывает и не бьем. Я еще мотоцикл не успел забрать. Они уже в Сочи съездили. Пришла пора забрать еще одну игрушку. Это мотоцикл, как вы догадываетесь, мотоцикл Харли Дэвидсон. Ребята, мотоциклы Харли Дэвидсон в Казани продает девушка. Лер, ну у вас здесь обалденный интерьер, конечно. Это кто вам делал такой интерьер? Это дизайн лондонский. Но вы чувствуете себя владелицей крутого бизнеса? Конечно. Ежедневно. Сейчас старимся по полной программе. На, вот эти помягче, кстати. Место, где глаза разбегаются. Ну что, как вообще движуха-то пошла, нет? Ну нормально, съездили вот в Сочи. Съездили на мотоциклах в Сочи? Да. Из 5, Казани? 5200 километров за 4 дня, да. Я еще мотоцикл не успел забрать. Они уже в Сочи съездили. Нет, ты с меня десятку содрал, за что? Королевич. А, это Харли Дэвидсон. Да, да, да. Извините, это Харли Дэвидсон. Круто, да? Вот это я понимаю бизнес. С утра до вечера на стайле, ты не паришься, перекладываешь бумажки, даешь счет и говоришь, платите его. Когда тебе задают вопрос, за что, тебе говорят, это Харли Дэвидсон, старик. Леха, может мне рэп начать читать, а? Если ты покупаешь мотоцикл Харли, ты имеешь право прийти сюда, хлебнуть кофейку, вон там, кальянчик у ребят. И вообще ты можешь сделать все, что угодно. Если хочешь, ты можешь даже прилечь и поспать. Тут еще что-то есть. Стол. Я бы на таком столе бы, да что бы я только не сделал бы, черт возьми. А пойдемте посмотрим сервис. Вот она, палата для больных. Вот они мои перламутровые. Для хорошего старта нужна хорошая музыка. А? Большие города. Место силы, ребята, это дача. Туда я, к сожалению, попадаю не часто, но когда там оказываюсь, отрываюсь по полной. Сегодня ждем гостей. Я еду первый для того, чтобы все приготовить. На даче соловьи поют. Красота. Тихо.
пока еще нет никого. Сегодня корпоративный уикенд с топ-менеджментом нашей компании. Пойдемте, я вас познакомлю с моей дачей. Деревянный дом, как у бабушки в деревне. Ну что, пойдемте, я вам покажу, не стесняйтесь. Вот здесь у меня есть большой-большой диван. Пошли дальше. Здесь у нас зал. Наверху две спальни, кстати. Ну, очевидно, какая дача без бани. Опа! Ну, каменка, все, как полагается. А вот у нас есть еще одна гордость. Это немецкие часы 19 века. Шерлок Холмс. Миссис Хадсон, кофейку, пожалуйста. Андрюха! Предположим, это наша проблема. Вот так мы решаем проблемы. Мы их просто колем на несколько частей. Вот так. А потом все становится гораздо проще. Сила и энергия для решения маленьких задач требуется гораздо меньше. Интервью дам, давай! Настоящий лидер должен не только уметь раздавать указания, но должен уметь еще и руками работать. Чтобы завести технику после зимы, нужно вокруг нее поплясать. Минут, и мы откусим себе локти. Ребята, вот что важно бывает, да, вроде развлекаемся, все хорошо, а в какой-то момент возникает ситуация, которую мы не контролируем. Ребятки, открываем мотосезон. Поджигали, это покрышка, это спор!
Сегодня день знаний в нашей компании. К нам приехали ребята со всей России. Это наши партнеры франчайзи. Учиться размещать объявления на классифайдах. Там порядка 20 человек, кто отвечает за эту часть работы. Это, конечно. Вообще самое интересное вот здесь, не вот здесь. Пойдемте. Оно получает максимум просмотров, поэтому мы рекомендуем эту услугу использовать для самых популярных автомобилей в регионе. Следующий этап. Соответственно, эта аудитория должна как-то конвертироваться. Что влияет на эту конверсию? Фотки, наличие видео, описание. Если в этих местах все хорошо, опция работает максимально эффективно. Город Стерлитамак. Таска Трейд. Вывод один. Хорошее мероприятие, полезное. Алексей, город Набережные Челны, компания Авто 1, КМК. Тренинга получил очень много. Посмотрим, что из-за этого выйдет. Зовут меня Александр, город Армейск. Все, что нужно было, нам объяснили, разжевали, показали, рассказали. И сейчас только остается применить это на практике уже теперь в своем городе. Здравствуйте, меня зовут Максим, я являюсь руководителем отдела продаж из города Бугульма. Встреча была продуктивная, интересная. И некоторые вещи мы уже, конечно, применяем у себя, но, собственно, будем активно работать со вторым. Думаю, что будет результат, все будет хорошо. Вот, добрались мы наконец-то до еще одного места, это байк-центр. Стартанули с ипподрома, проехали бодрой колонной по городу. Вообще классно. Знаете, как это, как на параде, да? Настроение праздник. У-ху! Вот он самый главный волк в Казани. Да. Витя, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip. Yeah, yeah, gossip. All you hear is gossip. Устал от жизни, от дорог, добро пожаловать в гостиницу «Ночные волки», а? Тут как бы святая святых, только для членов клуба. Что, собственно, сказать? Вот так вот живут мотоциклисты. Ехал-ехал, вот так всегда можно куда-нибудь заехать, тормознуться, завалиться на панцирную кровать. Мотоциклист-путешественник скажет: ребята, это Redison Blue. Его порядок у нас. Рибра. Лёх, а здесь что? Ну, здесь как бы мемос. Реально лучше шкура? Реально. Настоящий, да? Да. Слушайте, а сабелька-то ничего так весит, да? Бля, тебе не кажется это ребячеством, а? Нет. А в чем тема? Расскажи. Вот люди же не все понимают. В чем тема? Да. Жить в радости, искать себе подобных. Красиво сказал, черт возьми, а? Вот это да! А? Ребята, надо быть настоящим романтиком, чтобы любить все это, да еще и построить, да, Леха? Мне иногда кажется, что в детстве там мы не наигрались, да? Слушайте, вы знаете, что эти ребята замутили вот эту всю делюгу в садовом обществе? Вон там баб Нюра картошку сажает, а они тут на гитаре брякают, да? Мы до 11. До 11. И мы не пьем. Да? Бывает и не пьем. Слушай, Лех, ну что, поздравляю с открытием сезона. Спасибо, братан. Чтоб хорошо он прошел. Спасибо. И никогда, чтоб сезон, мотосезон мотоциклиста, никогда не должен заканчиваться. Только может приостанавливаться на зимнее время. Небольшие паузы. Небольшие паузы. И то для того, чтобы сделать техосмотр мотоцикла. Ну и как бы обнять собственную жену, чтобы она вспомнила крепкие руки. Coca-Cola, I see.
Вот как вы думаете, для чего существует открытие мотосезона? Ну, понятно, что попонтоваться, пошуметь. Но самое главное, мотоциклисты собираются все вместе и едут колонной для того, чтобы напомнить автомобилистам, что на дороге существуют не только автомобили, но и мотоциклы. Поэтому, если вы ездите за рулем машины, перед тем, как поворачивать, смотрите в зеркала заднего вида. Yeah.